Ребята, всем привет! Как думаете, про что я сегодня буду снимать? И сегодня я даже буду снимать видео не про автомобиль какой-то там, не про телефон, а сегодня я буду снимать про такую штуку, которая выдавливает зубную пасту. Но это как так называемый дозатор ограничителя зубной пасты. Я не знаю, как он правильно называется, но сегодня я буду снимать про него. Я расскажу, как я им пользуюсь, что это такое. Итак, мы начнем. Что это такое? Дозатор зубной пасты. Это такая штука, когда, чтобы вам легче было выдавить зубную пасту, вы берете щетку, моете. Здесь он у меня висит на стене. Подходим к нему. Тут на стене, рядом с этим дозатором, должен висеть тюбик зубной пасты. Щетку нужно вставлять в специальное окно и выдавливать зубную пасту. Так, сейчас я руки помою и покажу вам, что это такое. В общем, у него есть там такое специальное окошко, как отверстие, вставляете и выдавливаете. Сейчас я покажу, как это работает. Сейчас покажу. У нас есть щетка. Щетка. Кстати, этот дозатор был прислан из Китая. Вот. И в чем прикол? Я беру щетку. Вот она, моя щеточка зубная. В ней нет никакой зубной пасты. Мы открываем кран с водой. Моем щетку. Вот так вот мы ее моем. Все. Помыли щетку. Подходим к этому дозатору. Вот он наш дозатор. На стене висит. Вставляем щетку. Нужно стоять щеткой вверх. Вставляем, вот так вот мы его вставляем, и начинаем выдавливать, нажимаем. И смотрим. Ну, вроде выдавилось. То есть нужно нажимать два раза. И он выдавливается. То есть я вот сейчас чувствую. Зубная паста есть. Можно еще чуть-чуть выдавить. Сейчас я покажу. Вот я вставляю и начинаю потихонечку выдавливать. Раз. Два. Смотрим. Да, зубная паста есть. То есть вы нажимаете, держите эту как специальную штуку, и щетка паста у вас выдавливается. Тюбик должен быть при этом открытый. Также можно здесь обеззараживать щетку, но пока я этим не пользовался. Потом, когда вы почистили зубы, вы открываете опять же кран с водой и просто эту щетку смываете. Все, вы смыли. Так, куда я его выберу? Так. И потом, в принципе, вы убираете эту щетку свою и все готово. Так, ну-ка, вот одна щетка. Да. Вот она. Все, вы потом мойте спокойно руки после чистки. Промывайте, нужно намылить их, ну и моем руки, ну и закрываем кран, выключаем воду, и в принципе
принципе, все. Так вот. Потом, в принципе, уже вытираюсь, но это уже все понятно. Что дальше делать? И сейчас я расскажу, сколько я этим дозатором уже, ну, как я им пользуюсь. Расскажу свои выводы, как он мне нравится, не нравится. Вообще, ребят, этот дозатор мне прислали из Китая, я уже говорил. И он работает очень хорошо изначально, вот. И вам нужен хороший очень тюбик зубной пасты, потому что у меня он был старый, весь замятый, и он не выдал его. Да и не зрячего, я честно скажу, очень удобного. Удобная штука. Вот. В принципе, вот так все работает. Всем пока, ребят. Подписываемся на канал на мой, если хотите. Если вы еще хотите увидеть демонстрацию данного дозатора, это я сделаю сейчас, просто показал, как выдавливать зубную щетку. Ой, зубную щетку говорю, как выдавливать зубную пасту на щетку с помощью этого дозатора. А потом, завтра, может быть, утром, я покажу демонстрацию, то есть уже как я чищу зубы с помощью этого дозатора, как я выдавливаю и чищу зубы. И сколько он выдавливает. Максимум.